Мур, приветствую, друзья! С вами Зверько и второе видео про новые предметы. Мне удобнее делать короткие видео на пару предметов. В них меньше шанса не учесть какую-то особенность при тестах. Итак, третий вводимый предмет – это золотой посох. За 2300 золотых предоставит он плюс 40 к физической атаке и плюс 40% скорости атаки. Пассивка. Каждый третий удар, нанесенный в короткое время, позволяет срабатывать пассивкам предметов дважды. Если собрать его первым, стак ударов не на что срабатывать. Но стоит собрать меч охотника на демонов, и он начинает срабатывать дважды на третий удар. Что мы видим по цифрам, которые несколько меньше нашей базовой атаки. А больше статусных предметов, больше срабатывания. Подойдет автоатакерам, особенно Сану и еще не вышедшему Клауду. Второй предмет – это диск души. Стоит он всего 1300, добавляет лишь 10 магической силы и 15 проникновения, а пассивкой несколько напоминает Чане. Но для активации пассивки нам требуется убивать противников, получая 5 стаков за убийство и 3 стака за ассист. Когда набирается 15 стаков, они конвертируются в 20 единиц магической силы. Если вас убивают, все стаки, которые не конвертировались, исчезают. Накопить можно до 100 магической силы таким образом. Получаем 110 магической силы с предмета. Этот предмет подойдет убийцам-гангерам, которые могут с его помощью ускорить свой старт и силу с ранней стадии игры, например, Гасен, Харли, Карина. Но это весьма рискованный путь. И как бонус расскажу вам о изменении ботинок. Сапоги-скороходы ранее давали просто плюс 50 к скорости движения. Теперь вне боя плюс 100 единиц к скорости бега. Если вы наносите или получаете урон, отнимается 55 скорости. Через 5 секунд вне боя скорость возвращается. Отличные сапоги для пушеров и прочих, которые часто перемещаются между линиями. На этом все. Делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!